Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Искусство в интерьере». И сегодня мы находимся в детском кабинете стоматологии «Евромед». Отделение этой клиники открылось 5 лет назад. Именно тогда мы сделали эту настенную роспись, которую вы видите у меня за спиной. И до сих пор, уже в течение 5 лет, с 2010 года, это изображение радует и отвлекает маленьких посетителей этого кабинета. На стенах они могут видеть красивые изображения своих знакомых персонажей. Детская роспись является одной из самых популярных тем, и часто ее можно встретить не только в жилых помещениях, в комнатах детских, но и также в развивающих центрах различных, в детских игровых помещениях и также в таких необычных местах, как детский стоматологический кабинет.